Лупов Константин Павлович, 14 мая 1917 года, дом Кетыши, ныне Ростовского района Ярославской области. Родился в семье крестьянина, русский. Окончил неполную среднюю школу в городе Ростове. Затем учился в школе, фабрично-заводском ученичества, ФЗУ, при Ярославском паровозо-ремонтном заводе. Весной 1938 года призван в Красную армию и направлен в кавалерийскую часть на Кавказе. В 1941 году постая полка выполнял правительственное задание на территории Ирана. В марте 1944 года Тулупов был направлен в Пушкинское танковое училище. Прошел ускоренный курс подготовки и с октября того же 1944 года воевал в составе 36-й гвардейской танковой бригады. Отличился в боях за город Будапешт и освобождение Чехословакии. 18 февраля 334-й гвардии лейтенанта Тулупова и гвардии младших лейтенантов Депутатова и Борисова, находясь в засаде у местечка Комендин, заняли господствующую высоту и встретили огнем контратаку противнику, пытавшегося сбросить наши войска с плацдарма. За первый день танкисты отразили 4 атаки и сожгли 22 танка и 6 бронетранспортеров врага. Ожесточенные атаки продолжались и в следующие дни. 20 февраля в самый разгар боя в люк механика-водителя попал снаряд. Гвардии старший сержант Налимов погиб. Командира танка Тулупова с тяжелыми ранами вынесли из горящей машины. Через два дня, 22 февраля, отважный танкист скончался в медсанбате. За 4 дня боев с 17 по 20 февраля экипаж гвардии лейтенанта Тулупова уничтожил 9 танков, 4 бронетранспортера, одну самоходную установку и более 300 противников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий, командование и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-вражескими захватчиками гвардии лейтенанту Тулупову Константину Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, награжден орденом Ленина.